Всем привет! Давно не выходил в эфир. Хотя справедливости ради скажу, был я все это время на рыбалочках. Вот, ну сегодня у нас традиционная уже, наверное, каждый год по весне рыбалка. Рыбалка на карася. Я был, скажем так, вот уже позавчера поймал, как и положено, 3 штучки. Ну, об этом будет показано в ролике. Сегодня в нашей команде со мной сосед, где-то там собирается. Заберем еще сейчас одно тело. Вот. И едем мы сегодня как бы практически недалеко. Мы сегодня будем ловить на нашей славной, доброй речке Саксагань. Вот. Ты какую-то табуретку берешь? Что сякусь? А у меня же этот самый ящик там вместо табуретки. А-а-а. Бери что-то посидеть. Это был сосед. Вот. Ну и секретов нету. Единственное, что как бы сегодня ловить мы в основном будем на старый добрый способ. На поплавочную удочку. Старые дедовские. Времена, конечно, изменились. Бамбуковых удочек уже нету. Слещины тоже. Ну и смотрим нашу сегодняшнюю рыбалочку. Да, еще забыл сказать. 31 числа, как и полагается, 31 марта закрыли мы сезон. Тоже в этом ролике вы увидите. Попался судачок. Ну и там, в принципе, подробнее все еще расскажу. Ах ты скользкий тип. Как я уже выше сказал, 31 числа, 31 марта мы закрыли предзапретный сезон навигации. Был пойман один небольшой, незначительный судачок, отпущен. Ну и, по сути, день как бы закончился практически ничем. Поехали? Поехали. Поехали. Остановочка у нас тормозок. Еще один представитель древней профессии. Я? Да. Не, еще один наш член команды. Член английской команды. Что английской? У него форма. На Бундесе покупал. Ему немецкой не хватило, он английской купил. Короче, будет прятаться у нас в камышах, чтобы карась его не бачив. Все, поехали дальше. Ну и в первую очередь немного хочу рассказать о самой первой рыбалке, которая была днем ранее. Было поймано там 3 карася. Вот, ловили на опарыш, пробовали манку, но как бы червь уже на следующую рыбалку пробовали, но все-таки в приоритете был опарыш. Прикормка использовалась Ай-Пацикай, чесночный привкус, размешали с обыкновенной макухой. Вот, и в принципе на этом вся прикормка и основывалась. Музыка.
Был пойман также окунчик небольшой, практически при забросе, видать, среагировал на падение крючка с опарышем, и вот таким образом был пойман окунчик. В общем, телепаемся, бог знает куда. Пока я шел, чуть не наступил на черепашку. Сейчас мы ее отпустим. Что она делает, конечно, на тропинке, на вот этой, понятия не имею. Пока не поймали, а по 100 грамм за открытие сезона. Хочу сказать еще из того, что было замечено. Рядом с нами так получилось, тот же день рыбачил один мой хороший знакомый. Вот так у него прикормка, ну, как бы в корне отличалась, не в корне, может быть, но все-таки отличалась от нашей. В частности, кроме макухи традиционной, использовалось еще пшено. Так вот, у него количество поклевок и как бы пойманных карасей было немножко больше. То есть, если в нашем случае я за 16 числа поймал всего 2, Василий Степанович поймал у нас 3 карася, вот, то у этого знакомого моего где-то порядка 8 штук было поймано.